Дорогие подписчики, гости моего канала, всех вас приветствую. Сегодня у нас 11 апреля 2023 года. Я выбрался в лес, нахожусь в Южном Подмосковье. Слышите, как красиво поют птички? Сегодня я хотел бы открыть грибной сезон 2023 года. У меня пока нет еще ни одного грибного видеофильма в этом году. И сегодня хочу изменить это дело. И выбрался я вот в такой вот лесок. Но искать грибы мы будем стараться не в этих елово-сосновых массивах, а на открытых местах. Там, где солнышко хорошо пригревает, там, где снег сошел в первую очередь, и там, где могут появиться первые строчки. И, в принципе, у меня уже есть что показать вам. Это я вам показываю красивый такой довольно-таки массив, загадочный такой. Хочется туда войти и посмотреть. Но пока мы здесь с вами находимся, как я и сказал, будем искать на открытых местах первые грибы. И они появляются. Они появляются. Смотрите. Строчок. Год назад на этой же полянке они появлялись первыми в этом лесу. Такая получается у нас, даже не знаю, как это сказать, опушка, не опушка, открытое место, скажем так. И здесь у нас наши первые строчки. В принципе, появились они, как и предполагалось, ближе к середине апреля. Ну, поштучно, может быть, можно было находить и раньше, чуть-чуть, может быть, недельку назад, но мне удалось зайти за ними только сейчас. И, в принципе, сегодня, конечно, я не рассчитываю на какие-то большие урожаи. Сегодня у нас открытие сезона. Так, давайте проберемся через кустик. Я просто там уже заметил экземпляр, который вам точно понравится. Так. Мне бы его теперь, правда, самому найти. Вон он. Смотрите-ка. Вот он. Большой уже, кстати. Вот который неделю назад и появился. То, что я и говорю, поштучный можно было находить. Какой он уже отрос, а? О! Ну вот это уже строчок. Вот это уже то, что мы любим. Классный. Большой. Хотя для строчков еще не могу сказать, что большой. Они бывают такие огромные, что диву поражаешься. Вот, ну что, давайте прогуляемся с вами. Начнем вот с этой опушки, вернее, открытого такого места. Посмотрим, может быть, где-то еще растут строчки. Надеюсь, все понравится. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. А мы прогуляемся с вами по этому весеннему лесу. Зашел я на опушку леса. Здесь хорошо у нас прогревается земля, южная опушка. И смотрите-ка, вот он, заметил его, растет строчок. Давайте его сорвем. Экземпляры пока не особо большие, ну даже, наверное, на самом деле для строчков они маленькие. Год назад, помню, собирал недалеко от этого места. Здоровенные были такие. С руку мою, наверное, если не больше. Так. И здесь я тоже увидел намеки на строчки. Эти мы, конечно, срывать не будем. Они совсем у нас маленькие. Конечно, ради итога можно было бы сорвать. Но мы этого делать не будем.
возьмем пока вот этот вот строчок и довольствуемся дальше, что нам покажет природа. Птички поют, солнышко пригревает, травка показывается зелененькая, весна набирает ход. Хожу по хорошо освещаемым местам, где пригревает солнышко, где снег сходил в первую очередь. И вот он, смотрите, хорошенький экземплярчик, приятный. Такой вот он, смотрите-ка, солнышком огреваемый. И мы его, пожалуй, и сорвем. О, какой классненький. Ну, тихая охота потихонечку начинает набирать обороты. Это Южное Подмосковье. Недельки, через полторы, я думаю, будет их много. Будем ждать, чтобы кайфануть со сбора таких вот строчков. Смотрите-ка. Вот она, полянка будущих строчков, которые подрастут. Мы будем их собирать с вами. Вот они. Только-только в самом лесу они еще начинаются. Вот он-то припрятался, как смотрите-ка. Не буду даже трогать. Вот еще один, кстати, заметил. Вот. Это у нас на будущее. В основном лесу пока еще. В основном тишина. Ждем. Опять-таки открытое пространство. И вот такой вот экземплярчик. Один. Одинешенек. Пока у нас не густо. Даже, наверное, срывать его не буду. Так просто показать обстановку. Вот пока как-то так. Хороших экземпляров пока мало. Но мы с вами надеемся и верим, что скоро они пойдут более активно. Ну что, вот такая вот у нас прогулочка, а можно сказать даже не прогулочка, а открытие сезона, выдалось 11 апреля 2023 года в Южном Подмосковье. Пока строчков не так много, но уже появляется надежда, то, что они скоро будут и будут в хорошем количестве. Собирали мы это в Южном Подмосковье. Сегодня погода у нас отличная. 11 апреля. Птички поют. В общем, полная красотень. На этом, я думаю, завершаем наш сегодняшний видеофильм короткий. Скоро будет интереснее. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.